Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат. Сейчас мы находимся в очень красивой и интересной локации, которая находится за мной. Но сегодня мы не будем плавать. Сегодня мы будем грузнуть примерно вот здесь. Не переключайте видео, смотрите до конца, будет интересно. Поехали! Итак, на чем сегодня мы будем здесь умирать? Первый – Opel. Второй – Opel. Первый – 1.3 дизель. Второй – 1.6 бензин. Делайте ваши ставки. Какой из этих Opel'ей сможет преодолеть препятствия? Ой-ой-ой. 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 Шлифовка пошла. Ну все, тут мы и стали. Какие шансы? Шансы невелики, но они есть. Ой-ой-ой. Ну немножко не хватило. Чуть-чуть не хватило. Проехал. Проехал, но дальше не все так просто. Ой-ой-ой, все. На бампере уже. А, все уже днищем. Все, уже сив на дно. Сейчас бампер оставишь. Давай назад. Такой контент мне нравится, такой контент мне подходит. Короче, вчера сделали выхлоп на бэхе. Предыдущий я подарил Андрею. И он, короче, его применяет не в тот способ, который должен применять. Я говорил ему, вставь его в своего Opel'а. Теперь это не выхлоп, это лопата. Мы роем. Если б я знал, я бы тебе не дарил. Все. Приехали. Ой, бля, я боюсь, что мы обратно не заедем на горку на ту. Еще? Не-не-не, не то, блядь, не то. Добре? Та не развернется він, ты что? Та не развернется. Это жестко. Сюда, не по колее, бо бампер по-любому оставишь. Ты туда дальше, бо я тогда, если разглянусь, то я буду вообще
Давай! Нормально, нормально. Водитель показал свое умение и выехал. Опа, что-то дымимся. Ну это, наверное, вода просто попала, да? Нижняя губа минус. А так, в принципе, все нормально. Немножко дымимся, но это не страшно. Итак, здесь у нас за мной такое, ну, не маленькое препятствие. Тут еще на самом деле, о, вот, вот оно начинается. Я не знаю, на видео будет ли видно, какой здесь подъем, но подъем здесь, ну, реально не слабый. Шансы, что выйдут, небольшие, но мы посмотрим. Ух, ёпта! Я бегу. Ой-ой-ой, что здесь происходит? Все. Приехали. Все? Нормально? Чуть-чуть не хватило, прям по минимуму. Что, ты обратно сдаешь? Попытка номер два. Подожди, подожди. О, сюда залезем. Фу. Вот это контентик. Ой-ой-ой, слышим, шлифует, шлифует. На максимум. 1,6 бензин. Ой-ой-ой, полетел. Заехал. Ай, по красоте. Ай, по красоте! О, это было красиво. Это было красиво. Развалил эту горку в хлам. А, это 1,3 дизель, ёп! Это даже не 1,6 бензин, это 1,3 дизель. Сразу видно, опытный водитель за рулем. Я запыхался, пока забял на эту горку. Но ничего страшного, ждем второго водителя. Получится ли у него заехать на эту горку? Ну, шансы были. Опа, полетел, пошел. Выехал, выехал. Короче, пацаны справились с задачей, выехали обои. Кто-то не с первой попытки, кто-то с первой. Но самое главное, что мы справились. Вы были на канале Поршень Покинул Чат. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Если лайков будет много, мы запишем следующую часть оффроуд. Всем спасибо, всем пока.